Вот сейчас, конечно, у нас и залом сразу не расправится, да? Кожный, но в любом случае все у нас приподнялось уже. Вот, и препарат, еще раз говорю, Princess мы не массируем, ничего подобного не совершаем, дабы не сместить туда, куда не нужно. Вот. Так, ну мне хочется еще, смотрите, вот с этой стороны, где он? Вот здесь. Угу. Да, там чуть-чуть как раз вот осталось, буквально миллилитраж. Сюда. Через эту же, конечно, точка доступа, да, если мы работаем. Так видно? Веерная, в смысле интрадермально? Здесь теперь мы будем поднимать скулы, смотрите. Одномоментно мы расправляем носогубную складку и поднимается уголок. Здесь мы уже выправили. Здесь, конечно, можно будет либо по диагонали, либо вертикально, либо скобочку. Можно будет, конечно, на уголочек что-то поставить. Но это уже совместно. Когда вы делаете носогубные складки, да, я вчера, по-моему, уже об этом говорила, когда вы делаете носогубные складки, обязательно делайте уголочки рта, обязательно ставьте. Да, если вы губы, мы не планируем, губы это губы. А вот уголочки ставьте обязательно, потому что на фоне сделанных носогубных складок у нас морщины марионетки будут еще ярче проступят. Вот поэтому всегда ставьте к врачу.